Почти каждый представитель сильного пола в детстве мечтал о спортивном мотоцикле или спортивной машине. Представлял, как он дрифтует, входит в управляемый занос, и публика ему аплодирует. Но после выхода электрического транспорта от Razer, такими штуками уже никого не удивишь. Ты хочешь покататься на легком бездорожье? Выбирай квадроцикл Razer. А если тебе мама отправляет за хлебушком, выбирай электрический самокат, он доставит тебя туда и обратно. Два счета. Квадроцикл Dirt Quad – это неограниченный простор для приключений. Он прочен и надежен, как никогда. Мотор и зубчатая передача имеют высокий крутящий момент, а остановиться в любой ситуации вам поможет дисковый тормоз. Задняя подвеска оснащена пружинными амортизаторами. Будет мягко, я вам гарантирую. Электрические самокаты Razer – это отличный способ добраться быстро из точки А в точку Б, затратив при этом минимум сил. Модели PowerCore E90 с уритановым передним колесом могут развивать скорость до 16 км в час, правда на них лучше ездить по гладкой поверхности. А если вам нужно ездить по ухабистым дорогам или даже легкому бездорожью, представляем модель E300 с резиновыми колесами и максимальной скоростью до 24 км в час. Парень, хочешь стать королем дрифта? Прыгай в Crazy Kart, и успех ждет тебя. Razer Crazy Kart – это действительно сверхмашина для дрифта. Она воплотит в жизнь все ваши сокровенные мечты о дрифте, позволяя скользить как вам угодно. Вдоль, поперек и даже… Нет, я знаю, о чем вы подумали, но в этом случае даже на 360 градусов. Но будьте с этой машинкой осторожны, она не имеет тормозов. Но если вы не уверены в своих силах и все же хотите дрифтовать, Razer с радостью готов предложить PowerRide 360. Тормоза в нем, безусловно, присутствуют. Велосипеды – это уже не модно и даже не интересно. Да еще и педали надо крутить. А вот электротранспорт Razer – вот эта вещь. Кто же из нас не мечтал о мотоцикле? Встречайте Dirt Rocket MX350. Это уменьшенная, но не лишенная дерзости копия кросс-мотоцикла. С ней вы прекрасно поймете, что такое мототехника. Маленький совет, не забудьте прикупить шлем. А теперь пацанский мануал от Виктора Палыча для ребят постарше. Хотите себе машину или мотоцикл, но мама с папой не позволяют? Покупайте Razer и наслаждайтесь. У-ху. Ножку забыл убрать.